Друзья, здравствуйте. Мне говорят, да вот Дальний Восток, население сложное, ершисты. Да такое бы вот в Москве было. Вот смотришь вот на эти лица, ну просто красота. Ну неужели мы с вами все не победим? Да конечно победим. Многие меня спрашивают тоже вот, и я сам думал над этим. А что вот вас, Николай Николаевич, связывает с Дальним Востоком? А действительно, а что? Вот да. А наверное... Вы знаете, без Дальнего Востока меня бы просто не было. У меня отцу было 9 лет во время войны. Траву он ел. И отправила его мать одного в Амурскую область. В общем, так он и выжил тогда. Рассказывал мне об этом. Слезы там его душили и прочее. И тогда, кстати, осенью 41-го года ваши дальневосточные дивизии спасли Москву, да, когда люди прямо с эшелонов через метро отправлялись на передовые позиции. Сейчас то же самое, друзья. За 30 лет довели страну до развала. Вы помните, в советское время Дальний Восток, вы лучше меня это помните, гигантские стройки, гигантские заводы. Люди считали за честь здесь вообще работать, потому что на вас, на всех смотрел с гордостью весь мир, не только Советский Союз. И что произошло за 30 лет? Действительно, об этом говорили. Отток населения, распад промышленности. И, к сожалению, это везде, это не только на Дальнем Востоке. Это и в Российской Федерации повсеместно. Поэтому, ну что, будем опускать руки, что ли? Да нет, конечно, 8 сентября... Сделаем первый шаг в этом году к возвращению в нашу жизнь гуманизма, социализма. Все приходим на выборы, приводим людей, все в наблюдатели, чтобы они не украли у нас с вами ни одного голоса. Они и сейчас уже Единой России боятся идти под маской своей партии. Они все самовыдвиженцы типа. Мы их называем самомедвиженцы, да? Неужели они скроются? Неужели мы позволим им обмануть нас еще раз? Нет, конечно, Дальний Восток 8 сентября должен стать красным. Мы должны победить везде, в Государственную Думу, во все муниципальные советы, на выборах мэров всех городов Дальнего Востока. Вот когда еще читать, писать не умел, хочу этим закончить, я был запевалой в детском саду, и любимая у нас песня тогда была, запомнил до сих пор, «По долинам и по взгорьям», знаете, конечно, да, как раз 100 лет назад, да, дальневосточные партизаны выкинули белогвардейцев и интервентов к чертовой матери с нашей земли. И помните, как песня кончалась? И на Тихом океане свой закончили поход. А сейчас, 8 сентября, мы здесь, на Тихом океане, начнем свой поход за Россию, за социализм. Спасибо вам огромное.